Беларуси в годы оккупации от рук немецко-фашистских захватчиков погибло 1 551 608 человек мирного населения. Депортировано на рабскую работу в Германию 377 776 человек. За период с 1941 по 1944 годы фашистами сожжено 9200 сел и деревень. 5295 из них фашисты уничтожили вместе со всем населением. В ходе белорусской наступательной операции «Багратион» погибло 178 507 человек. При освобождении Берестовицкого района погибло 857 воинов Красной армии. Насильственно вывезено на каторжные работы в Германию 1264 человека. 818 берестовичан погибли на фронтах Великой Отечественной. Всего в годы Великой Отечественной войны погибло 26 миллионов 600 тысяч человек. Для того, чтобы ты жил и дышал. В трудный наш час.